В обновленном сквере юнг российского флота открыли памятник погибшим во Вторую мировую юнгам огненных рейсов Приморского края. История мемориальной доски началась еще в 60-х годах прошлого века. Впервые памятник появился на территории детского лагеря «Нептун». Тогда на нем было изображено всего 7 имен. В 2000-й лагерь прекратил существование, и территории вокруг вместе с памятником пришли в упадок. Сохранившуюся часть передали детской морской флотилии, а новую плиту из гранита с обновленным списком имен установили в сквере. На самом деле юнг погибло, вернее ушло в те огненные рейсы гораздо больше, их 59 человек. Но были утеряны архивы, капитанские журналы, и удалось восстановить только 23 имени. Поэтому поиски продолжаются. Я надеюсь, что наше поколение и поколение Y, которое подрастает, не оставит эту историю.